Планируя поездку в Калининград, следует обязательно включить туристический маршрут места, которое пережило военные годы в своем первозданном виде. Это район вилл в Калининграде Амалинау, расположенный в старой части города. Свое название это место получило примерно в 1820 году, когда местный политический деятель по имени Густав Шнелл выкупил землю вокруг Хинтерхуфена и возвел большое поместье для своей супруги Амалии. С приходом к власти в Германии Адольфа Гитлера это место начало оживать. В особняках поселились семьи политиков и военной элиты. Вторая мировая война эту часть города практически не затронула, поэтому после присоединения Калининграда к советским территориям район быстро восстановился и стал таким, каким мы можем наблюдать его в наши дни. В обзорной экскурсии по городу редко включают район Амалинау. Достопримечательности этого места стоит посетить самостоятельно, без гида, тем более это сделать нетрудно.